Сегодня мы представляем линейку самосвалов, специально разработанную для сельхозпроизводителей. Все самосвалы адаптированы к условиям эксплуатации на земле. Грузоподъемность этих машин от 6 до 20 тонн. Они имеют специально трехстороннюю разгрузку. И мы разработали эту линейку с тем, что вы видите, что она имеет цвет. Желтая кабина и темный графитовый самосвальная платформа. Желтый символизирует как раз созревший урожай. В этой линейке используются двигатели Масвичай. Это предприятие, которое находится вот здесь, в Великом Камне. По мощностям это двигатели от 180 до 420 сил. Также здесь представлен автобус для предприятий агропромышленного комплекса, для перевозки тружеников сельского хозяйства, для того, чтобы можно было там съездить в районный центр, либо обеспечивать перевозку по территории непосредственно самого предприятия. Новинка здесь также представлен цистерна-молоковоз. Она смонтирована на шасси с задней подъемной осью. То есть, когда автомобиль двигается под загрузку, для того, чтобы обеспечить экономичную эксплуатацию машины, да, ось поднимается, тогда уменьшается расход топлива, естественно, износ шин. После полной загрузки, чтобы не происходил перегруз по осям, опускается подъемная ось, и полная масса загруженного автомобиля распределяется уже на три оси. И тем самым обеспечивается удовлетворение требованиям по обеспечению норматива нагрузок на оси.